Сегодня, 1 июня, отмечается один из самых добрых и солнечных праздников – День защиты детей. Накануне праздничной даты глава района Роман Синеговский побывал в Славянской школе-интернате. К ребятам он приехал не только со словами поздравлений, но и с подарками. Тему продолжат мои коллеги. Почетных гостей – главу Славянского района Романа Синеговского, председателя совета Григория Литовку, руководителя Славянского межрайонного следственного отдела Евгения Руднева, воспитанники школы-интерната встретили праздничным парадом. Воспитанников школы глава района поздравил с наступающим праздником и долгожданными летними каникулами. Вы находитесь в одном общем доме, у вас дружная семья. Сегодня прекрасно организовали праздник, красиво одеты, с хорошим настроением. Поэтому я надеюсь, что вот последние, наверное, пасмурные дни, они заканчиваются, и завтра вот начинается у нас летний оздоровительный сезон. Для вас будут предоставлены и поездки, и походы, и спортивные площадки. Я уверен, что выходы в кино и ряд других мероприятий. Вы за это время отдохнете, станете еще дружнее, хорошо проведете время и уже с новыми силами опять за учебу, за знания. В честь праздника ребятам подарили сладкие подарки и игрушки, а воспитанники интерната, в свою очередь, для гостей подготовили концерт. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, Александр Косицын. Программа «События».